Пришла и оторвала голову нам, чумачечая весна, и нам не до сна. Как себя чувствуете вот с приходом весны? Хорошо чувствую. Весна пришла, солнышко засветило, и вообще все прекрасно, и жизнь прекрасна. Погода нормальная, слава богу, пятница. Все хорошо, жить можно. Сухая кожа, депрессия, сонливость и слабость. А витаминоз приходит как гром среди ясного неба. После зимней спячки организму не хватает полезных веществ. Вирусы бьют по иммунитету. Диетологи советуют налегать на овощи и фрукты, есть рыбу. Эти продукты богаты витаминами группы А и Б. Обязательно не забываем про витамин С, потому что это такой коварный витамин, который разрушает термической обработки, и он, к сожалению, не накапливается в организме, то есть его нужно постоянно пополнять. А витамин С повышает защитные силы организма, что весной очень актуально. Здесь нам на помощь приходят не только цитрусовые, здесь мы помним про брокколи, про перец, про шиповник, про томат и про капусту. Витамин D, добавляет эксперт, играет ведущую роль в работе всего организма. Восполнить недостаток поможет печень, сливочное масло и другие кисломолочные продукты. Молочный рай. От обезжиренного до 9%. На прилавке этого магазина россыпь творога. Средняя цена 3 рубля. Самый дешевый вариант обойдется в 1 рубль 25 копеек. Набор осенних суперфудов не опустошит кошелек. Популярные интернет-блогеры в один голос твердят, здоровая еда, напротив, даже поможет сэкономить. И апельсины, и мандарины, и все, что есть. По чуть-чуть, но беру. Огурцы, помидоры, капуста, апельсины, киви. Лучшее лечение – профилактика. Питаться надо правильно и разнообразно, небольшими порциями 5-6 раз в день. И хорошее настроение не покинет больше вас. Максим Кембель, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.